Всем привет! Сегодня я расскажу о инновационном, сверхлегком рыболовном комплекте под названием Fish Pack Raft «Все в одном». Вот этот комплект. Он легко помещается вот в такую маленькую сумочку, которая легко носится на плече, поскольку вес всего комплекта порядка 5,5 килограммов, а включает он в себя. Смотрите, что он в себя включает. Приобретая комплект Fish Pack Raft «Все в одном», вы получаете Fish Pack Raft Lite с установленным спиннинг-держателем и всеми необходимыми держателями для установки внешнего оборудования. Спас-жилет надувной. Сумка-багажник, которая служит для переноски всего комплекта и является багажником, который крепится на нос Покрафта. Очень удобно. Мешок-насос служит для того, чтобы накачать этот Покрафт за 2-3 минуты. Весло, ну тут без комментариев. Легкое, прочное, удобное весло с водоотбойными манжетами, которое идеально создано для этого Покрафта. Сиденье типа подкова. Оно надувается, устанавливается в Покрафт и обеспечивает вам хоть 10 часов безвылазного сидения в Покрафте. Вы там не устанете, потому что Покрафт по своей сути, если в нем сидеть, это удобное кресло со спинкой и с подлокотниками. Каякарь. Насыпной якорь, который представляет из себя герметичный мешок из прочной ПВХ-ткани. На воде насыпаем туда грунт, песок, камушки, после чего этот якорь становится настоящим якорем и отлично держит вашу лодку. Также прилагается 15 метров шнура на мотовиле, полностью оснащенный комплект якоря. А это курсовой стабилизатор. Он устанавливается на корму Покрафта и обеспечивает ему идеальную курсовую устойчивость, практически как у килеватых байдар. Кроме того, он не дает лодке развернуться в сторону под действием тех или иных сил, когда вы ловите спиннингом в заброс, не якорясь. Вот такой комплект. В этом комплекте предусмотрено все, что нужно для выхода на воду и рыбалки. То есть сама лодка, багажник, насос, весло, сиденье, якорь, система стабилизации, ну и, конечно, вопросы безопасности, которые решаются вот таким замечательным страховочным жилетом.